Привет всем. Всем привет, друзья. Небольшая история, которая случилась вчера с моим соседом по хостелу. Поздно вечером его привезла полиция, и он попал, знаете, на сколько? На 100 баксов, это 400 злотых. А знаете почему? Потому что он дурачок. Ребята, когда вы приезжаете сюда, да неважно, сюда, либо в другую, любую другую страну, важно оставлять все свои старые привычки, вредные привычки, гнусное желание. Оставляйте все там, откуда вы приехали. На родине. Потому что здесь нет этому места. Человека штрафовали, потому что он додумался стащить плоскогубцы, блин, с строительного магазина. Зачем? Вопрос. Ну просто у меня такая привычка, по мелочи все тырить в магазинах, в супермаркетах, конфетки там тырю. Плоскогубцы мне нужны были на работу. Что, блин? Чувак, ты вообще башкой не думаешь, еще бабок не успел заработать, уже попал на штраф. Какого? Понимаете, ну здесь так не прокатывает. Ну, кажется, что можно легко что-то вынести, или у вас вдруг получилось что-то вынести. Ну это до поры до времени. Я просто знаю прекрасно менталитет наших людей, которые жаждут халявы, жаждут что-то стащить, что-то получить на шару, где-то жучить. Так с вами же потом то же самое происходит. Потом кидают вас, потому что закон кармы никто не отменял. Ну и вообще, что за глупости? Зачем вам эти проблемы? Чувак плоскогубцы, блин, он отдал последние бабки, еще ничего не заработал, уже отдал 400. Теперь ходит попущенный просто. Ну как бы я в шоке немножко. Я поржал, конечно. Просто записываю это для чего? Для того, чтобы вы понимали, знали и были начеку, что если у вас вдруг, ну понимаете, есть психология личности, у каждого есть вот какая-то гнусная тварь, сидящая внутри, которую нужно давить. Потому что она вылазит, начинает командовать. А давай бухнем, а давай покурим, а давай там наркоты пробьем, а давай что-то своруем тут с маркета. Эту тварь нужно давить в себе, потому что вы здесь, в цивилизованном мире, и здесь нужно вести себя соответственно. Если ты приехал сюда с серьезными намерениями, с намерениями остаться, с намерениями интегрироваться в общество, пожалуйста, будь добр, соответствуй. Учи язык. Учись понимать людей, учись их вежливости, учись их чистоте, умение поддерживать порядок во всем вокруг, умение соблюдать закон. Учись этому, друг. Без этого ты не сможешь здесь. Ты поедешь обратно, туда, откуда приехал. Ну, это просто совет, просто совет. И как бы даже себе, ребят. Потому что я бы не говорил об этом, если бы сам не проходил то же самое. Потому что во мне была... Это гнусная тварь, которую я постоянно давлю. Надеюсь, что уже задавил. Чего я всем вам желаю и вообще хорошего настроения. И до видания.